Уважаемые саратовцы, по информации метеослужб, в ближайшие несколько дней в городе ожидается обильный снегопад. Дорожные службы приведены в режим готовности. Необходима мобилизация управляющих организаций, торговых и промышленных предприятий, а также простых жителей. Мы работаем круглосуточно. На сегодняшний день с территории города вывезено более 480 тысяч кубов снега и наледи. Я сам постоянно инспектирую работу общественного транспорта. Все замечания, выявленные в ходе таких поездок, направляются в подведомственные учреждения, транспортное управление, МУПС ГЭТ, наши муниципальные предприятия, которые занимаются очисткой города, для дальнейшей проработки. Мы надеемся, что при нынешних неблагоприятных погодных условиях жители предпочтут воспользоваться услугами городского транспорта, а не личными машинами. Все проблемные участки известны. Когда погода дает передышку, то мы активизируем рабочих и спецтехнику, расширяя в первую очередь самые загруженные магистрали, соединяющие между собой районы. Затем переходим на второстепенные дороги. Помощь в расчистке тротуаров оказывают собственники торговых точек, представители общественности, промышленных предприятий. Хочется напомнить, что помимо собственного желания у них есть и обязанность содержать прилегающую территорию в чистоте и порядке. Есть предприятия промышленности, вузы, которые хочется поблагодарить. Они помогают приводить в порядок не только вокруг своих зданий, но и на протяжении целых кварталов. Вы уже поддержали нас. Надеюсь, что подставите свое плечо и в этот раз. Большая ответственность и на управляющих организаций. Первое, с чем каждый из нас сталкивается, выходя из дома, это входная группа, двор, проезд. Мы регулярно проводим выезды совместно с Государственной жилищной инспекцией, прокуратурой, разъясняем порядок и меры ответственности за недобросовестное отношение к своей работе. Обращаю внимание, что сложности еще ожидаются. По данным гидрометцентра, осадки будут продолжаться во второй половине недели. Мы должны быть готовы к любым погодным условиям. Призываю всех отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и оказать посильную помощь муниципальным службам и управляющим компаниям. Расчистить свое парковочное место во дворе, не оставлять автотранспорт в непредназначенном для этого месте, перекрывая проезд и проход для других участников движения и создавая помехи для снегоуборочной техники.